представляем вам новинку от компании Holster. Сумка рыболовная Fishing, размер L. Сумка большая. Кроме нее в коллекции у нас есть еще сумка M. Она будет представлена чуть позже. Сумка предназначена для рыбалки, главным образом для размещения коробок под приманки, под различные воблеры, блесна, резину, силикон и так далее. Вот у меня, например, большая коробка, вот она сюда входит. Таких вот сюда войдет, наверное, две, может быть, да, две вот таких. Или коробки бывают меньше, средние и различных как бы размеров. Вот. Основное отделение с плавающей перегородкой, которая снимается, чтобы было видно. И она может устанавливаться для организации как бы пространства внутри сумки. Основное отделение, литраж у него 19 литров. Кроме того, у сумки два боковых кармана под какие-то рыбацкие предметы, снасти, экипировку. Можно, например, вот положить чехольчики под приманки и различные другие. Два одинаковых кармана справа и слева. Вот на таких вот удобных пулерах, за которые в перчатках даже в прохладную погоду удобно как бы зацепиться, всегда быстро найдешь. На крышке отделения сетчатый карман, для того, чтобы быстро что-то просыхало, положить туда что-то влажное, чтобы с той целью, что все это может высохнуть. И главная отличительная особенность этой сумки от существующих на рынке — это вторая навесная съемная сумка, которая выполняет роль кармана. Можно ее использовать как карман на передней стенке сумки. Объем у нее 6 литров. Точно так же туда может размещаться коробка. Ну, вот эта большая, то у меня уже, конечно, не влезет. Нужна сюда чуть поменьше коробочка. Кроме того, у нее есть вот такая передняя стенка, которая откидывается, и сюда удобно расположить открытую коробку для быстрого доступа в нее. Если вам большая сумка не нужна, а достаточно как бы использования вот этого кармана, этот карман, он по системе модуль снимается, достается. Ручка для переноски большой сумки при помощи карабина может отстегиваться и крепиться к маленькой сумке. И, пожалуйста, через плечо вам легкая сумка. Объем у нее получается внутренний 6 литров. Легкая сумка через плечо или через шею для расположения коробки и коробки в открытом виде. Передняя стенка модуль без переднего кармана может использоваться для навешивания различных предметов из серии модуль от компании Holster. Это чехлы под нож, чехлы под снасти, чехлы, различные чехлы и под сумки. Вот, например, у меня чехольчик. Нет, тут нет как бы. Подсумок может навешиваться в любом виде, в любом количестве, по любых размерах. Что еще в этой сумке? Ну, изготовлена она из прочного, неубиваемого Оксфорда линейной плотностью 600-900 ден. Оксфорд
защищает от влаги, защищает от грязи. Внутренняя поверхность Оксфорда с покрытием ПВХ, который полностью не пропускает влагу. Низ сумки выполнен из тентовой, очень износостойкой, очень прочной ткани. Верхняя крышка сумки не украшена, а имеет вот такое вот дополнительное крепление. Можно крепить куртку, палатку, какие-то мягкие вещи, лопату там и так далее, и так далее. Две ручки для ношения в руке. Длинная ручка через плечо. Вот такая вот рыбацкая сумка для размещения коробок. Кроме того, в арсенале Holster появились вот такие вот чехольчики. Мы предлагаем все это в одной коллекции. Коллекция Fishing. Линейка Fishing. Чехольчики под приманки. Вот, например, такой чехольчик на молнии. Чуть побольше чехольчик для крепления блесен. Вот такой, например, уже на липине, на молнии чехол для каких-то больших приманок, длинных приманок. Вот такой арсенал для будущего рыбацкого сезона мы предлагаем.